Друзья мои, всем большой привет и добро пожаловать в игру The Sims 4. Мы вернулись в династию Нотсо Берри so к нашему Такеши и в конце прошлой серии у него было просто восхитительное свидание с его новой подружкой. И перед тем, как мы с вами перейдем в режим жизни, у меня для вас есть небольшой в топ из-за которого я до сих пор в шоке. Сразу хочу вас предупредить. Я давненько не заходила в династию Нотсо Берри so и, возможно, я что-то подзабыла, но перед началом этой серии я решила трошки изменить наших главных героев – я заглянула к Беатрис и оказывается, у нее уже есть малыш от Брайана. Ребята, вы представляете? От Брайана. Вы же помните, кто такой Брайан? Поначалу мы с вами думали, что они просто старые знакомые. Но затем каждый раз, когда Беатрис встречалась с Брайаном на улице, она вроде как с ним флиртовала, да и он вроде как ей строил глазки. И мы с вами даже предположили, что, возможно, они друг другу нравятся, а может быть Брайан вообще является бывшим Беатрис. Но после того, как Беатрис и Такеши расстались, Такеши уехал на острова, затем вернулся в Сан-Мишуна, он отправился в гости к Беатрис, и оказалось, что Брайан уже живет у Беатрис. И вот сейчас я заглянула к Беатрисе, и оказалось, что у нее уже есть малыш от Брайана. Значит, ребята, наши с вами предположения были верны. Либо же он ее бывший, и они снова сошлись, либо же, может быть, он давно нравился Беатрис, но как-то у них все не складывалось, не складывалось. И тут Такеши порвал отношения с Беатрис, и Беатрис решила быстренько сойтись с Брайаном. Ребят, как думаете, какое из этих предположений более верное. Но ну, а мы с вами вернулись домой, и в прошлой серии мы с вами организовали художественный кружок. Да, ребят, нам, наверное, нужно будет сейчас тут трошки... <гас> Ребята, у нас тут мышка или крыска бегает. Надо будет, наверное, здесь добавить кровать, потому что здесь наш Такеша сейчас спать не может. Ну и понятное дело, что, скорее всего, мы с вами сделаем перестановку. Я думаю, что мы с вами вот сюда, наверное, переставим телевизор, а вот там мы можем поставить вот эту вот кровать, которая раскладывается. Я надеюсь, что она там поместится. Ну и пока что, я думаю, что Такеши все еще поживет в этой квартире. Но если за сегодняшнюю серию мы с вами сможем заработать много-много-много-много денег, я думаю, что Такеши наконец-то переедет в новую квартиру. И я уже знаю, куда я хочу его перевести. Давайте мы с вами вернемся к Такеши. У нас есть целых 10 тысяч, ребята. Мы с вами rich, rich, very rich. И давайте мы, наверное, все-таки включим нормальный свет. В смысле, я имею в виду, что мы с вами день, наверное, включим. И что я хочу сделать? Я хочу, наверное, пока что просто убрать в багаж вот этот диван. Давайте кресло тоже уберем. Может быть, мы с вами потом их продадим. Я просто пока не знаю, как мы тут с вами сделаем. Значит, ты иди сюда. Мы тебя разворачиваем. И здесь у нас будет стоять... Ну, тут же можно пройти, да? Ну, вроде как можно. Значит, здесь у нас будет стоять... Слушайте, а может быть, вот трошки под углом? Вот здесь мы с вами поставим... Вот этот телевизор. Ну, сейчас посмотрим. Значит, я не знаю, куда деть вот этот вот столик. Так, это у нас передвигается, вот эти у нас, получается, не двигаются, правильно? Да, вот этот щиток не двигается, эти трубы не двигаются. Давайте посмотрим, если... Ну, если же, да? Если же у нас диванчики красного цвета раскладные, они, конечно, стоят достаточно дорого. Это 1600, бодрость 6. Тут у нас вообще нет никакой бодрости. А давайте, может, сначала в кровати перейдем? Давайте перейдем вот сюда. Блин, может быть, ему вообще капсулу? Нет, не будем капсулу. Храпи и храни, может быть, складная кровать и диванчик. Может быть, наверное, вот такой вариант возьмем. Или вообще вот такой. Ну, не знаю, ребят, давайте лучше с диваном. У нас тут есть красный. Скажите, что у нас... Или вот такой вообще взять? Ну, в принципе, неплохой вариант, но я боюсь, что либо до щитка не доберутся, либо не доберутся до вот этих труб. Поэтому давайте, наверное, возьмем вот этот вариантец. И тогда я хочу сделать хопа. Будем считать, что он пытался, может быть, перекрыть э, вот этот вот симпатичный рисунок, хотя он мне очень нравится. Здесь будет труба. Ну, тут же можно пройти, тут можно пройти. Теперь давайте разберемся с красным цветом. Красный, красный, классный, красный. Ребята, у нас... О! Проблем никаких нет, у нас есть классный красный. Мы тогда, наверное, цвет дерева здесь поменяем. И куда мне деть этот столик? Вот сюда, что ли? Ну, не знаю, ребят. Тут он не смотрится. Давайте, может быть, мы тоже его пока что в багаж уберем. Значит, сколько нам тут нужно места? Ну, в принципе, здесь у нас все размещается, тут тоже все размещается. Наверное, пока что временно оставим так, а затем уже, наверное, будем играться с размещением. Либо же, учитывая, что наш Такеши вообще скоро переедет, то я думаю, что даже вот это все трогать не будем. Смотрите, настроение у него просто идеальное. Слушайте, а может быть может быть, преобразовать, опустить. Давай аккуратненько. Давай ты сейчас аккуратненько это сделаешь, потому что если сейчас эта кровать упадет на Такеши, представляете? Ту-ту-ту. Финал Not So Ну-ка, давай посмотрим. Хороший мой, пожалуйста. Ты же хорошую кровать купил. Ну, вроде да, ребят. Вроде бы хорошую кровать. Что это? Да ладно, я тебя прошу. Значит, мы сейчас с вами, наверное, его отправим отдыхать. Я хочу посмотреть, что у нас по картинам. Видите, у нас вот такие вот симпатичные картинки. И, кстати, а давайте мы, наверное, что с вами сейчас сделаем? Мы с вами можем сейчас начать собрание. Он пойдет отдыхать. А мы с вами будем здесь зарабатывать денежки. Ну а что, так нельзя сделать? Можно. Здрасте, заходите, не стесняйтесь. У нас же тут открыто, открыто. Здесь открыть. И давайте заходить, идем, идем. Все идем сюда. Все вместе идем вот в этот уголочек. Мне нравится, что Матео первый пришел в гости к нашему Такеши. Я, в принципе, и не сомневалась. А девчонки, как обычно, опаздывают. А нет, не опаздывают. Постоим здесь, давайте туда-сюда будем на месте топтаться, чтобы они как можно скорее... Заходите, не стесняйтесь. Заходите. Потом, наверное, давай вот сюда тебя отправим. Эй-эй-эй, куда? Куда все пошли? Так, куда это вы все пошли? А, они на крыс пошли смотреть, да, 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 да. Надо же пойти и посмотреть, что там у нас происходит. Так, вроде бы все пришли, правильно? Их же там четверо, нет, пятеро. А кто еще не пришел? Кто опаздывает? Все, уже никто не опаздывает, уже все бимба. Так, заходим, 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 девочки, мальчики, не стесняемся. Заходите, нужно рисовать. Вы же пришли рисовать? Да, ребята. Они, нет, не начинают рисовать. Девочки, заходим, 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 так, иди сюда, заходим, проходим, пропускаем нашего Такеши и запереть для всех, все, хо-хо-хо, закрыто, ребята, они пошли рисовать, они пошли рисовать, все Мы сейчас с вами будем супер-пупер самые богатые, надо будет, наверное, конечно, что-нибудь для них потом приготовить, потому что же они, скорее всего, будут голодные, да не надо тебе на эту крыску смотреть ну что это так? А, это их испугался. Он, наверное, услышал голоса такой: Это что за голоса? Почему я слышу какие-то странные голоса? Ребята, они рисуют. Я помню, что в прошлой серии были с этим траблы. Ну, то есть, то они рисовали, то они не рисовали, но мы сейчас с вами продадим эти картины. Если у нас будет 1020, действительно, мы с вами можем уже подумать о переезде. Значит, кстати, а у него сегодня выходной, ребята. И я думаю, что мы с вами сегодня сделаем. Я думаю, что Такеши, как э, такой вот счастливый парень, который теперь э, построил отношения с Руби... Ну, строит, ладно, давайте будем говорить строит, потому что он с ней, ну, как бы, пока что только в таких вот э, романтических конфетно-букетных периодах, все дела, чувства. Но он, получается, пока что ей не сделал предложение Он, конечно, уже хочет ей сделать предложение Но он хочет, конечно же, и Беатрис показать, что, мол, ха, смотри Смотри, что у меня уже есть новая подружка Значит, ты там с Брайаном познакомилась, да, вот ты уже с ним строишь отношения А я тоже уже строю отношения Я думаю, что сегодня, О, ребята, 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 ребята Мы с вами можем уже положить в багаж А, ты должен зайти туда, а можно сразу продать? Нельзя. Хотя давайте мы его разбудим. Я, наверное, разрешить доступ только Такеши. И давайте мы сразу же продадим. Но будем его будить периодически, потому что по-другому, к сожалению, никак. И вот эту картину тоже, ну, 92, конечно, маловато, но ничего страшного, ребята. Там 362, тут 92. И скоро у нас будет достаточно много денег. Это можно продать? Да. Ребята, продаем. Продаем. В общем, я думаю, что когда он накопит 20 тысяч, мы с вами сможем переехать в новое местечко. Так вот, возвращаемся к сегодняшнему дню. Я думаю, что сегодня такеши отправится с Беатрис Брайаном и Руби на свидание. Ну, как бы двойное свидание, мол, как бы у нас с тобой, Беатрис, уже ничего нет, у нас уже чувства все прошли, поэтому, ну, чего переживать? О, какая! Кар... Так, просыпаемся. Ребят, я так понимаю, что я его сегодня буду постоянно дергать, потому что, блин, ну вы же видите, у нас тут столько картин теперь вырисовывается и надо это все продать надо все продать так ложись спать ложись спать в общем э, Беатрис ну между нами уже с тобой ничего нет все любовь прошла завяли помидоры поэтому дорогая может быть мы пойдем сегодня куда-нибудь вечером в ресторанчик проведем время вместе ты познакомишься с моей новой подругой все дела ну и как бы он наверняка хочет показать Беатрис, что у него тоже все прекрасно. Может быть, он, конечно, сделает ей сегодня предложение. Я не знаю, что, знаете, совсем добить Беатрис, ну как он считает. Так, оставьте эту глину. Оставь глину, говорю. Нет, они стали болтать, понимаете? Они стали поболтать. Она глиной рисует, ребят? Она рисует глиной? Серьезно? Эм, вы когда-нибудь такое видели? Она рисует глиной. А зачем она рисует глиной? Ладно, мы это все трогать не будем сейчас. Да ложись ты спать. Главное, на коленках сел ему не страшно, а вот когда... Он ложится спать, ему получается страшно. В общем, сегодня у нас будет такое вот двойное свидание, и, возможно, сегодня у нас будет переезд. И, кстати, еще один мини-мини спойлер. Давайте я вам сразу же покажу, переходим с вами вот сюда. У нашего Такеши подросла дочка. Сильвия теперь школьница. И вот вы видите, вот вы видите, ребята, Беатрис, у нее Эммет Бишоп, сын Брайна, а оказывается, у Брайна есть еще и Николас сын, вы представляете, какие у нас тут страсти, мордасти самые настоящие, что ты уже дорисовала, ладно, просыпаемся, просыпаемся, мы его сейчас еще и в туалет отправим, значит, сходи, пожалуйста, стоп, так эта картина тоже дорисована? Прекрасно. Просто прекрасно. Значит, я думаю, что еще, наверное, полдня они сейчас порисуют, что-то поделают. И затем мы с вами будем, конечно же, отправляться уже на свидание. И я очень надеюсь, что оно пройдет более-менее неплохо. В итоге Такеши в голову пришла просто гениальная идея. Зачем идти куда-то в ресторан, если можно отправиться в гости к Беатрис? Он ей позвонил, сказал, что очень сильно соскучился за дочку, очень сильно хочет ее увидеть. И сказал, что забежит ненадолго вместе со своей новой знакомой. Только что-то мне подсказывает, что Руби вообще не в восторге от этой затеи. Да и, честно говоря, я даже боюсь представить, как на это все сейчас Беатрис отреагирует. А может быть, она вообще никак не отреагирует. Может быть, она уже разлюбила Такеши, прошла любовь, взяли помидоры. Кстати, давайте посмотрим, где она находится. О, ребят, давайте я вам сначала покажу Сильвию. Смотрите, какая она хорошенькая. Мне очень нравится цвет ее волос. Мне очень нравится такой, знаете, яркий красный, прям вся в Такеши. Мне кажется, что она и по характеру будет такая же, как Такеши. Поднимаемся с вами наверх и, по-моему... Беатрис находится в спальне, да, ребят. Беатрис находится в спальне, здесь валяется какая-то грязная одежда, а в соседней комнате находится малыш Беатрис и Брайана, ребят. Малыш Беатрис и Брайана. В общем, я так понимаю, что сейчас может быть какой-то очередной конфликт. О, -о, О, привет, пыльный кролик. Что ты тут делаешь? А почему тебя еще никто отсюда не убрал? Ну ладно, это не наша квартира, поэтому хай Беатрис сама разбирается. В общем, что-то мне подсказывает, что сейчас, конечно, может быть какой-то конфликт. С одной стороны, наверное, все-таки для нашего Такеши ну, лучше было бы, конечно, встретиться в ресторане, потому что он же он у нас такой вот скандальный товарищ. И устроить скандал в ресторане, вы же понимаете, про него все будут писать, а он у нас такой известный политик. Но это ему, конечно, бы, наверное, добавило какие-то баллы, может быть. Может быть, известность прибавила, но я думаю, что пока что он не очень готов к таким прям супер конфликтным ситуациям. Ну что, ребят, нам нужно пообщаться с гостями, хотя на самом деле наш Такеши не является... Хотя, стоп, Наверное, является. Все-таки эта квартира была его. Он ее оставил Беатрис, но мне кажется, что он даже не пытается сейчас на нее претендовать, хотя можно было бы вот это вот все продать, все-все-все-все-все продать, и вы представляете, сколько у нас было бы денег. Ладно, давайте мы, наверное, все-таки с Гелией поболтаем. А, кстати, я думаю, что, скорее всего, Гелия может быть переедет к нашему такеши после того, как он переедет в новую квартиру. Потому что я для него готовлю одну очень-очень большую квартирку. Опять-таки, в той квартире он не будет постоянно жить. В итоге я думаю, что он будет жить в бизнес-районе. А мы с вами... Нет, мы с вами сейчас не в бизнес-районе. Я думаю, что в итоге он будет жить в бизнес-районе, но там нам с вами понадобится, ну, прям очень много денег, вы же понимаете. Нам нужно рассказать сейчас анекдот Гелии. И, кстати, как думаете, Руби вообще будет общаться с Беатрис или нет? Давайте мы ей расскажем, расскажем шутки, 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 расскажи ей анекдот. я хочу посмотреть, как дела у Беатрис. Она вообще собирается спускаться? Или же нет? Она какая-то ошарашенная. Да ладно, ко мне сейчас придет в гости Такеш. А может, Такеш и хочет отобрать у меня квартиру? Так, мы игнорируем Брайана. Мы не видим Брайана. Никакого Брайана. Все, добрый вечер. Мы общаемся с Гелией, мы сейчас пойдем пообщаемся, понятное дело, что с нашей новой возлюбленной. Про уток, конечно, расскажи анекдот. А где, а где, а где, а где? А, -а, -а смотрите, как интересно. Руби села поболтать с Сильвией. А нам кто-нибудь что-нибудь вообще приготовил, нет? Да, никто ничего не приготовил к нашему приходу. Ну, в принципе, неудивительно, потому что Беатрис бы вряд ли успела что-то приготовить. Ну, окей. Что? Флирт? Ре ребята? Ребята? What's going on? Они, они сейчас... Сто стоять! Стоять! Они сейчас флиртовали! Такеши! Что ты робишь? Почему ты сейчас с ним флиртовал? Что происходит в этом челлендже? Он же ненавидит Брайана, ребята! Он же его ненавидит! Стоять! Он его ненавидит! У них хорошо... Понимаете? У них хорошая совместимость, но он его ненавидит. Давайте мы откроем профиль. Презрение! Отношения испортились, и дела пошли на Можно ли еще что-либо исправить? Что исправить, ребята? Они же ненавидят друг друга. Ты что, с глузду Какой Брайан? У тебя вон возлюблен, а он сидит флиртует. Слушайте, так Руби сейчас расстроится. Руби же сейчас расстроится. А давайте мы, может быть, сейчас ее сделать предложение. Прямо сейчас, серьезный. Пошли ей воздушный поцелуй. Видите, какая она сердится. Ну, как-то не то чтобы переживает. Но что-то мне подсказывает, что она себя чувствует, ну прям совсем некомфортно. Вот абсолютно некомфортно. Ее привели в квартиру бывшей нашего такеши. И тут еще какой-то чужой мужик. И вообще как-то ей здесь некомфортно. И она вообще не понимает, что здесь происходит. Ой, ой, смотрите, какая романтика и любовь. Еще один поцелуй ей послал. Так, значит, эм, нужно еще, наверное, какой-то анекдот рассказать, почему-то те анекдоты у нас не засчитались. Значит, passionate romance. Нет, давайте без этих всяких, всяких романсов. Непотребные шутки, смешной подарок нам не надо. Ну, расскажи анекдоты про вампиров, а почему их не засчитали? Вот этих вот уток. Ребята, почему их не засчитали? Ну давай еще расскажи тогда анекдоты серии Кто там. Хозяева общаются с гостями. А я так понимаю, что Беатрис вообще не собирается спускаться, ребят? Она не собирается спускаться, она села за компьютер? То есть она вообще решила, что она не пойдет вниз? Я так понимаю, что она узнала, что у Такеши будет там где-то через часик. И такая, ой, у меня так много дел, простите, пожалуйста. Я... Пусть персонажи поцелуются. Да, без проблем. Стоп. Говорят, вы и Лесли начали встречаться снова. Чего? Ребята? Нет, я понимаю, что я пару месяцев, по-моему, не заглядывала в этот челлендж. Какая Лесли? Родственные души, окей. Ребята? <гас> <гас> в смысле? Они же не встречались! Они же не встречались! Он с ней разошелся! Ну, то есть, как бы, она к нему приходила в гости. М, давай, может быть, будем парой, он ей сказал No. <гас> Ребят, подождите, а Спейдж? Ну, тоже девушка. Да ладно, а почему? а почему? Стоп! А Руби! Лучшая подруга, девушка! А почему именно с Лесли? Сладкий подарок! Чувства были, смотрите, как это приятно! Подождите, а почему глубокая обида? Ну, я, в принципе, догадываюсь, почему. Рубик Такеши, смотрите, пылкая влюбленность и обида. Сложно забыть прошлое. Да ну, ребята, у них же все было хорошо. Так, давай вот без этого. Они хотят поцеловаться, давайте мы пойдем все-таки им навстречу. взять предложение, физическая близость. Ху -ху -ху -ху. Нет, давайте пока без этого. Э -э, страстный поцелуй. Может быть, Беатрис через часик хотя бы к нам спустится, потому что если она не придет за сегодняшний вечер, ребят, ну это будет просто как-то, ну, совсем странно. Ну вот совсем странно, понимаете? Она знает, что Такеши приехал в гость. воу, 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 воу. Брайан, не надо тут ревновать, окей? Не надо ревновать! Вы понимаете, что они флиртовали? Почему они флиртовали? Это что у нас за такие интересные отношения? Ну и давай, может быть, эм, поцеловать просто. О, засчитали! Это засчитали, ну, выпить они не могут. Правда, можно выпить стакан воды? Выпить стакан воды. И, может быть, играют в одно и то же время. Seriously. Да тут и играть как бы не во что. Неужели Беатрис до сих пор. А где она? А, она пошла к малышу. То есть вы понимаете, она ни в какую не хочет спускаться. Она переоделась, то есть видите, она в таком вот наряде, уже готова к вечеринке, но она не хочет спускаться. Я понимаю, что это не тот напиток, значит нам нужно поболтать, но давайте, блин, не хочу с Брайаном болтать, не хочу, нет. Мы лучше изливать чувства не надо, давайте мы просто дружелюбно, истории, интересы, давайте обсудим интересы. Я не думаю, что мы будем общаться с Брайаном. Нет, ребят, не хочу. Не хочу, чтобы они общались. Мне кажется, что Брайан, ну, не будет нашим другом. Я думаю, они вряд ли вообще когда-то будут общаться. Так, О! спускается, ребята. Спускается. Она спускается. Как думаете, она будет сейчас общаться с Руби? Геля и Такиша теперь хорошие друзья. Это, конечно, чудесно. Она, значит, смотрит в сторону Такеша, Такеша на нее даже не обращает внимания. А вот это уже интересно. А вот это уже спустилась, посмотрела и решила подняться правильно. Действительно. А зачем нам как-то иначе выразить большую любовь? А зачем как-то иначе поступать правильно? Расскажи забавную историю. Я хочу просто посмотреть, чем она там занимается. Неужели она пойдет спать? Она опять села за компьютер, ребят. Она села играть что ли? Или она просто видео смотрит? Нет, ну вы представляете? Вы представляете? Беатрис избегает Такеши. Вот сто процентов она его избегает. Вот прям миллион процентов она его избегает. Я хочу, чтобы он еще, наверное, дружелюбно сплетни, поделиться секретом. Ну и давайте, может быть, другие варианты. Зомби. Какие зомби? Романтика, физическая близость, флирт, а, соблазнительно шептаться. Я надеюсь, что... О! Вот, получилось. А то я смотрю, что-то он к Сильвии никак не может подойти. Привет, Сильвия! Ну, мы же все-таки Брайна игнорируем, мы с ним не будем общаться. Мы будем общаться с Сильвией, будем общаться с Руби, будем общаться с Гелей. А, ты хочешь в туалет? Беги! Потом будешь с ней обниматься и целоваться. Давай, бегом в туалет. Быстро воспользоваться. Сходить. Быстро отправляйся. Слушайте, ну я думаю, что потом можно, конечно, куда-то отправиться все-таки с Руби. Да потом вы уже пообщаетесь, иди в туалет! Давай быстрее! Сейчас сделаешь лужу на этот дорогущий ковер. И что дальше? А ничего! Ребята, он издевается. Он издевается. Да не надо стоять с такими грустными глазами. Просто сходи, сделай свои дела. В, ту... в туалете. В туалете, сходи, сделай свои дела. Еще раз. Хорошо, давай, сходи быстро отправлять вот наконец-то я думаю что после вот этих вот гостей мы в принципе можем куда-нибудь действительно в кафешку отправиться вместе с Руби и может быть действительно ему стоит ей сделать предложение я не знаю как она отреагирует согласится или нет после вот этих вот гостей то есть будем считать что э, Такеши познакомил свою девушку, ну, со своей бывшей, с ее семьей, он как бы ей объяснил, что нам в любом случае придется с ними пересекаться, хочет этого или нет, ну, к сожалению, придется пересекаться, и я думаю, что она, в принципе, ну, думаю, что нормально эту подшутить, давай душевно поговори, она нормально, в принципе, ну, скажем так, к этому всему отнеслась, да, конечно, Это а с кем он болтает? А с кем он разговаривает? Ты не можешь подняться? Ну, сори, солнышко. Sorry, солнышко. Там, наверное, Беатрис стоит на лестнице и такая слушает, слушает. О чем они там разговаривают? Сегодняшнее мероприятие закончится на золото. И как вы видите, Беатрис так и не спустилась. Гелия отправилась отдыхать. А а где Беатрис, ребят? А где Беатрис? Слушайте, а куда она? А, она тут стоит. Она решила что-то приготовить. Красный, трехярусный Торт, а где она его вообще взяла, ребят? Она что, его из кармана достала? То есть она ни в какую не хочет спускаться. Вот вообще она не хочет спускаться. Общаться с Такеши. Общаться с Руби она, кстати, тоже не планировала. И я так понимаю, что мы не часто будем с ней пересекаться. Я думаю, что сейчас наши ребята отправятся куда-нибудь, может быть, в кафе, может быть, в ресторанчик и там наш Такеши попробует ей сделать предложение. Я очень надеюсь, что она согласится. Такеши решил пригласить Руби в парк. На улице похолодало, поэтому ребята переоделись и отправились вот в это очень-очень красивое место. Смотрите, там салют! Сердечки или это не сердечко? Мне показалось, что это было красненькое сердечко, но, видимо, это не сердечко. Ну, в общем, тут у нас красота. Я думаю, что наши ребята могут отправиться куда-нибудь вот сюда. Давайте сядем вместе. И я думаю, что сейчас он сделает предложение Руби. Он спросит, конечно, ну и как тебе, Беатрис, как тебе вот этот вот Брайан? Я думаю, что Руби все-таки с пониманием отнесется к нашему Такеши. Садись, пожалуйста. И я надеюсь, что она согласится. Ребят, давайте поддержим нашего Такеши лайком, чтобы она точно согласилась. Перейдем, наверное, сначала, может быть, к кокетничать. Я думаю, что какое-то время они сейчас пофлиртуют. Видите, в парке нет никого. Просто идеальный момент, чтобы сделать ей предложение ты можешь ее пощекотать. У нас же, знаете, такая вот парочка очень веселая получается. Они любят ты играть. Помните, как подушками они решили подраться? Так, на щекотать, поцеловать. А ну-ка, давай попробуем. И затем он ее просто обнимет. Они посидят вместе. Слушайте, как думаете, почему она на него обижена? Почему она на него обижена? Ну, это как-то прям совсем странно. Они же вроде не ссорились. Он вроде как при ней, ну, кроме Брайана, больше ни с кем не флиртовал. Почему она на него обиделась? Что уже произошло? Ребята, сделать предложение, ну? Так, стоять, 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 стоять. Вверх. Я хочу посмотреть на это все. Согласиться или нет? Ребята, смотрите, какая романтика. Согласилась? Фух, я перепугалась, что она откажется. Ребята! Ура! Ура! Она согласилась! Мы с вами можем поздравить нашего Такеши. Она согласилась! И это просто восхитительно! Такеши и Руби помолвлены. Я думаю, что... Такеши, наверное, и Руби какую-то прям супер-пупер-мега свадьбу устраивать не будут. Понятное дело, что Беатрис он приглашать не будет. Я думаю, что он пригласит своих близких родственников. Ну, ту же Гелию, Амаю и, и все. И больше никого мы приглашать не будем. Потому что, ну, я не думаю, что он захочет все такое же мероприятие, какое планировала Беатрис, помните. И родственники, и друзья, и знакомые, и все, кого только можно. Нет, мы, думаю, так делать не будем. Давайте, может быть, мы физическая близость в уху под кустом? Серьезно, ребят? Ну, о чем бы и не. Посмотрим, согласится она или нет. Видите, у них какие-то, кстати, трошки странные отношения. То есть, помните, с Беатрис у него все было гладко и идеально. А вот с Руби, ну вот видите, она иногда проявляет свой характер. И мне кажется, что именно за это она очень сильно нравится Такеши. То есть, Руби может ему в какой-то момент сказать, нет, я не хочу сейчас идти под куст. Или же наоборот, я хочу идти под куст. И вот видите, Такеша такой думает, М -м, она действительно просто перфект, я хочу с ней быть. Слушайте, у нас тут оказывается кустик был. Я думаю, здесь кустов нет. А ну-ка, ребята, они отправляются. <тасправда> я надеюсь, что здесь никого не будет. <сасправда> это выглядело очень забавно. Ну и как вы понимаете, наше свидание переходит в совершенно другое направление. Видите, сегодня в парке никого. Пусто. И тут у нас вот такая вот романтика происходит. Конечно, можно было бы их прямо сейчас вот сюда отправить, и они могли бы пожениться. Но я думаю, что наш Такеши до последнего все-таки не хочет устраивать такую прям тайную, секретную свадьбу. Я думаю, что он в любом случае хочет пригласить своих родственников. Поэтому, кстати, скорее всего, он пригласит и Сильвию. Я думаю, что Сильвиен тоже пригласит, но вот приглашать Брайана, приглашать Беатрис, нет, 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 нет. С ними мы время точно не собираемся проводить, и, конечно, это нашего Такеша вообще не интересует. Ну что, ребят, я думаю, что наш Такеш будет сейчас возвращаться домой. Кстати, обратите внимание, у него сейчас есть 15 тысяч симолеонов. То есть за ту ночь он смог заработать, по-моему, что? Я думаю, нам стоит жить вместе. Ребят, ну... Ну... Ну, ну мы же не можем ей отказать. То есть он ей сделал предложение, такой скажет, нет, я сейчас не хочу. Ну давайте согласимся. Съезжаемся. Ну и как вы понимаете, рубежи переедет вместе э, со своим ребенком. Кстати, его зовут Лайон. Эм, Кэролайн, получается, остается в Эвергрин Харбор. А Руби вместе с Лайнулом переезжает к нашему Такеши. Понятное дело, что мы не будем брать какие-либо деньги. Я думаю, что мы оставим все как есть. Итак, Руби и Лайнул переехали к Такеши. Только теперь, ребят, нам нужно подумать, где разместить кроватку для Лайнела. И вообще, какую нам тут с вами сделать перестановку, потому что... Ну что ты так пугаешься? Ты что, первый раз здесь видишь эту мышку? Да перестань ты уже! Нам с вами нужно в любом случае сегодня снова открыть вот этот вот кружок, потому что нам нужны деньги. 15 тысяч это, конечно, неплохо, но мало, согласитесь. Давайте мы с вами тогда сделаем по-другому. Наверное, мы сейчас уберем и вот этот вот телевизор. Мы с вами его перемещаем в багаж. И что нам с вами нужно? Нам нужна кроватка для малыша. Кроватка, кроватка, клава... Кловатка. Кловатка, кроватка. Мы с вами, наверное, возьмем вот эту вот. Но тут нет, по-моему, красной. Может быть, я, конечно, ошибаюсь, но нет. Она не красная. А у нас тут вообще есть красные кровати? Это оранжевая нам она не подойдет. Здесь у нас, ну, ну, вроде как есть. Окей, ладно, давайте возьмем вот эту вот кроватку. И мы, наверное, ее вот тут пока поставим. Затем, конечно, мы с вами здесь вообще вот это вот все попродаем. Но сначала, я думаю, что мы попросим. Давайте вот это вот все сейчас уберем. Мы попросим Руби, чтобы она, наверное, что-то приготовила. Я же вам говорила о том, что наш Такеши не особо любит готовить, а мы ее можем попросить приготовить яйцо с тостом для вечеринки. Пойди, пожалуйста, приготовь. А Такеши мы, наверное, попросим, слушайте, 3 часа ночи. Давайте мы его попросим, чтобы он уложил Лайнела спать. Ребятки, вы представляете, теперь Такеши живет не один. Ну, это, конечно, прям поворот-поворотец. И, кстати, ребят, а ведь Руби может быть беременна после тех развлечений в кустах, как вы понимаете. Так что, может быть, ей стоит потом еще и тест сделать. Ей надо будет здесь пропылесосить. Давайте мы, наверное, сейчас сразу же... А ты куда пошла? Ребята, куда это она... Так, это что такое? Да перестань ты реагировать, не переживай, мы скоро переедем. Скоро переедем. Я хочу попросить Такеши, чтобы он тут быстренько сейчас пропылесосил. Хороший мой, ложись, пожалуйста, спать. Ложись спать. Не бойся, тут нет никаких мышек и прочего. Значит, мы сейчас перекусим, и затем будем, конечно же, уже все организовывать. Я просто не хочу... Ребята, сейчас пожар тут не произойдет. Я просто не хочу сейчас их приглашать, потому что мне кажется, они, скорее всего, сейчас съедят то, что у нас... Ахэм. наверное, они кушать это не будут. Ладно, давайте мы, наверное, сразу же сейчас перейдем вот сюда, начать собрание. Потому что они очень-очень долго будут сюда направляться, вы же знаете. Матео, наверное, первый прибежит. Ребята, делайте ставки, кто придет первый. Да ладно, да ладно, опять пришел первый Матео. Эм, может быть, ты доготовишь, хорошая моя, перестань ты на это все реагировать. Возобнови, пожалуйста. А вот наш Такеши должен, конечно же, сейчас идти сюда вместе. Главное, чтобы Матео не пошел целоваться, ребят. Главное, чтобы Матео не пошел целоваться сейчас с нашим Такеши, потому что это будет что-то с чем-то. Проходим, проходим, не стесняемся. Ребята, а ведь Лесли его девушка. Вы понимаете? Лесли, его девушка. А, а Пейдж? А я не помню. А я не помню, Пейдж его девушка или не его девушка. Да не бойтесь вы так. Не бойтесь. Не хватает еще одного персонажа. Проходи сюда. О, наконец-то. Главное, та, что живет ближе всех. Она решила прийти позже всех. Так, давай-ка иди сюда. Иди снова сюда. И сейчас мы с вами будем выходить. Иди, пожалуйста, сюда. Давай проходим. Проходим, не бойся. Это не страшно. Проходи, сказала. Проходи, запереть для всех. Все. Добрый вечер. Эээ, занимайтесь, пожалуйста. Давайте мы попросим Такеши, наверное, перекусить, взять порцию. Ребята, а почему Руби здесь стала? Она решила посмотреть, как они работают. Кстати, ребят, у меня здесь было уже несколько шедевров. Вы представляете? То есть, в принципе, я думаю, что вот этот кружок, это просто что-то с чем-то. Ладно, давайте я вам трошки проспойлерю. Наши ребята сейчас переедут в дом. В дом. В дом. По-моему подождите, вот в этот. Они переедут вот в этот пентхаус. И мне кажется, что идея просто бомбическая, потому что, например, вот здесь мы, наверное, с вами разместим галерею. Я не думаю, что я буду его перестраивать, Ну, просто пентхаус этот просто идеально вписывается вот в этот домик. Если мы с вами его перестроим, ну, это будет так и суби. Мы можем с вами вот здесь разместить вот эту галерею, где будут рисовать персонажи. Мы сможем там, например, поставить им, ну, не знаю, холодильник, еще что-нибудь, диванчики для отдыха. А здесь у нас, собственно, будет наша квартира. В финале этого поколения мы с вами будем жить скорее скорее всего, в бизнес-районе. Ну и там мы с вами, понятное дело, что уже сделаем себе супер-пупер-мега-ремонт. Но пока что я думаю, что так, ты пошла в туалет. Да, ты пошла в туалет. Пока что, я думаю, они поживут вон в том пентхаусе. А затем мы с вами, конечно же, будем продумывать какую-то другую квартиру. О, ребят, продаем. Эта картина уже готова. Проходи, пожалуйста. А, ну да, я же заперла для всех. Разрешить доступ, Такеши. Хороший мой, давай-ка иди продавай раз. Потом мы будем продавать два. Ну смотрите, достаточно быстро они... 546, 282, 394. Смотрите, как у нас сейчас быстро пополнится наш бюджет. 151. Прекрасно, ребят. Просто день скидок. О! Ребята, это просто намек, вы понимаете? Они сейчас должны вот это вот все продать. И затем они смогут как раз переехать. 16 тысяч, ребята. Уже 16.500. Так, ложись, наверное. О, ребята, ему же сегодня на работу. И же сегодня, да? Да, да, да. Два часа до работы. <сос> а у него совсем беда. Так, ложись, может быть, ты хотя бы два часика сможешь поспать. Руби, ты будешь все контролировать, ты понимаешь? Ты все будешь контролировать. Ты должна посмотреть, чтобы они тут все нарисовали, и можешь им, не знаю, какие-нибудь смоколыки предложить, но не больше. Выпускать их будешь потом, когда-нибудь. Кстати, такие же на работу надо. Отправиться, давай. Ребятки, вы представляете, да хары тебе пугаться. Ложись спать, ложись спать. О, малыш проснулся, ребята, малыш сердит из-за вот этого вот грызуна. Ну вот поэтому я и говорю, что им нужно будет как можно скорее переехать. Вот прям, когда они еще сколько? Ну, три с половиной тысячи, ребят. Такеши сегодня принесет две тысячи. Эти ребята еще нарисуют несколько картин, и я думаю, что можно будет уже переезжать. Ребята, эта картина стоит две с половиной тысячи. Две с половиной. Продать, конечно. 20 тысяч у нас уже есть. 20 тысяч, вы представляете? А это значит, что когда Такеши вернется домой, мы с вами сможем переехать. 20 тысяч. Я пока что наших ребят не буду отпускать. Такеши выполняет задание раньше установленного срока. Чем бы ему заняться? Эм, давайте смотреть на произведение искусства. Ребят, вы же понимаете, что это просто офигеть как круто! Рост продуктивности малый, рост продуктивности малый. А, ребята, сегодня они переедут наконец-то. Я тебе прошу, пожалуйста, поиграй сейчас с лайнелом, и мы с вами посмотрим, какие еще картины нарисует наш клуб художников. же вернулся домой. К этому времени я смогла продать еще несколько картин, и наши ребята наконец-то переехали. Вот в этот пентхаус. И у них осталось всего лишь 3000, ребят. Когда они сюда переезжали, у них было, по-моему, 1035. Благо у нас сохранилась вроде как кровать и еще какая-то мебель. Но, как вы понимаете, сейчас у них денег очень и очень мало. Что мы с вами сделаем? Давайте мы сейчас быстренько такой вот себе небольшой план набросаем. Мы же можем здесь добавить дверь. Здесь мы с вами дверь, наверное, оставим закрытой для всех, кроме членов семьи. Ну и когда к нам будет приходить наши ребята на собрание, я думаю, что они сразу же будут вот сюда проходить, и здесь у нас будут стоять вот эти вот мольберты. Здесь, кстати, можно диванчики разместить. То есть здесь у нас будет вот такая вот рабочая зона, ну а здесь у нас, понятное дело, что будет кухня, будет гостиная, и наверху, наверное, у нас будет спальня. Хотя, честно говоря, я думаю, что пока что мы, наверное, спальню наверху добавлять не будем, потому что у нас действительно крайне мало денег. Ну, может быть, мы здесь, правда, какие-то перегородки добавим. И может быть, здесь у нас, допустим, будет спальня, а здесь у нас будет детская. Ну, в общем, мы с вами подумаем. Но наши ребята наконец-то переехали. И, ребят, у меня есть подозрение, что, возможно, Руби беременна. Но об этом мы с вами узнаем уже в следующей серии. Я надеюсь, что вам понравилась эта серия Not So Berry. Не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на мой канал. До скорых встреч. Пока-пока.